Смотрите, какой плов из сухофруктов у нас получился. Корицу, да. Аппетитный. Да Как еще. видите, клубнички. Это просто бесподобно. Прекрасный завтрак на даче. Быстро, легко и красиво. Самый вкусный завтрак на даче, это, конечно, плов из сухофруктов. На свежем воздухе то, что нужно. Берем вот такой вот рис для плова. Один стакан. Заливаем 3 стаканами воды. Соль по вкусу. Ставим режим каша на 30 минут. После сигнала открываем мы нашу кашу. Прекрасно. Кашу добавляем сливочное масло. По вкусу добавляем. Я вот добавляю 3 таких вот пластиночки корицы для запаха. И добавляем сухофрукты. Так как муж мой любит орехи, я еще добавлю туда орехов. Если готовите упост, то значит масла не добавляем. И все тщательно перемешиваем. Перемешали и оставляем наш плов еще на 20 минут. Плов наш готов. Смотрите, какой он рассыпчатый получился. Красивый. Запах такой идет бесподобный. Наш завтрак готов. Смотрите, как он красиво смотрится. Вот не менее аппетитный такой выглядит, красиво выглядит. Вот он, прекрасно. Блюдо в сочетании с клубничкой, это просто бесподобный завтрак. Готовьте, и вам очень понравится. Особенно на свежем воздухе, на даче. Это быстро, легко и просто. Оценку из плова сухофруктов даст мой муж как? Вкусно очень. Как плов, рис сам? Рассыпчатый. Рассыпчатый. Вкусно? Вкусно. Вот так. Готовьте на здоровье, и вам понравится, особенно на свежем Всем воздухе. Всем пока-пока. Спасибо, кто смотрел.